Киев намеренно идет на провокации для разжигания конфликта в Донбассе. С таким заявлением выступил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Это его реакция на попытку диверсантов прорваться в Крым и привести Киевом войска на границе с Россией в состояние повышенной боевой готовности. Дабы сохранить ситуацию более-менее стабильно, Порошенко пришлось привести подразделение в полную боевую готовность. Что мы тут ожидать нам? Следующего. Что добровольческие батальоны, военнослужащие Украины могут принять приказ полностью, то есть дословно понять его, и могут в любой момент начать провокацию здесь. Поэтому мы обязаны быть готовы. Наши подразделения и так уже стояли практически все время в полной боевой готовности. Было предпринято ряд мер для усиления безопасности, в том числе и запрет на отпуска, и отзыв тех министров, которые в отпусках уже находились. То есть мы готовы. Ждем.